Петербурге деревенщина столба на хуторе алкоголист. Я тут внял духу вековечный. Fuck is that a four? Left let the rip, you has me with the Jakes. Fuck is that a four? И рядом на коленях у Петра сыночек. All these niggas they voodoo. Я шоу бу-бу. Гейнста, синий бандан украшена левая сторона. I don't worry about a nigga jealous. I don't even like working with niggas, baby, cause I'm hella selfish. Барабаны на готов! Не лезьте, блядь, в хип-хоп! Дуэт, подающий надежду, Homey Town, недавно представил релиз «Последний карнавал». Само собой, они подкрепили пластинку экранизации на один из главных бэнгеров «Пей до дна». Наливай, пей до дна. В альбом заложена концепция, поэтому, чтобы добраться до сути релиза, начинаем от начала и до конца, попутно прокачиваясь, поскольку большинство работ выполнены в танцевальном стиле. Все танцуют здесь, все танцуют, все сегодня танцуют в черно-белых костюмах. Если вам вкатило такое музло, то ссылка на релиз будет в описании. А вы тоже заметили, что в последнее время стало немало MC, которые просто-напросто не попадают в бит? То есть к Mumble и автотюновым рэперам прибавился еще целый пласт MC, что своим появлением способны вызвать пену изо рта у представителей так называемого классического хип-хопа. Ведь раньше, если ты слетаешь с бита и имеешь несвязанную дикцию, как у рэпера OG Lok из GTA San Andreas. То с огромной вероятностью ты будешь посмешищем. И о больших клубах, платиновых сертификатах можно даже и не мечтать. Однако сейчас другие времена. Рэп начал меняться, появилось множество ответвлений, поджанров и течений. Рэперы стали внедрять элементы рока в свои обложки, треки и даже дизайн мерча. На смену привычному речитативу пришла читка по нотам. И иногда вокальные партии в исполнении MC звучат не хуже участников шоу «Голос». Это, конечно же, все круто, интересно и мелодично, однако убитная читка — это совсем из другой оперы. Казалось бы, ну что может быть хуже, настоящий позор и плевок в историю жанра. Но все не так однозначно, и как всегда сработала технология окна Овертона. И то, что казалось раньше невозможным, со временем становится нормой, и вся Америка прямо сейчас качается по Татьяну от Blueface. Да и те, кто шарит у нас за запад, тоже выкупают такой стилек. Но до него еще 2 года назад сумел стрельнуть Famous Dex. Чаще всего он попадает в бит, однако на некоторых работах именно оф-бит прям бросается в глаза. Такое направление пошло с западного побережья, в частности и Фоти. В те времена люди не выкупали, что за странный флоу. Вроде бы быстро читает, но не всегда попадает в бит или наоборот попадает. Та же штука с Sugar Free, что наряду с оф-бит флоу выделялся еще интересным голосом. С тех пор именно Калифорния стала локомотивом офбит движения в хип-хопе, которое постепенно начали перенимать восток и юг США. Если взглянуть на нашу сцену, то я заметил интересную особенность. На западе такой офбит чаще всего является выбором самого артиста, и это добавляет его флоу плюс сток узнаваемости. У нас же офбит – вечный лейтмотив обдолбанного творчества Паши Техника. Бывает так, что человек просто не слышит его в бит, и во всех его треках это его особенность, да еще и на батлах. Йо, может я аутист, но я первый рэпер, победивший анализм. Йо, мой слог величав, причист, я набей, не на как Ференс Лист. Йо, если чит, подумаю зали, потоплись крик. Конечно же, есть маэстро битов, который не мажет, а читает просто в 2 раза медленнее самого бита. Такое бывает и из-за малого опыта. Вспомним дебют Димы Ларина на битах, где скорее найдешь оф-бит отрывок, нежели тот, где он не смазал. Тайны сохраню, хоть мой шпиль знает Юлю, шучу. Ты бил ее как Филя грубо. Раунд!
Сам же Blueface в вопросе касаемо оффбитности треков говорит, что читает в свой ритм и не слышит, что читает мимо бита. И в те времена, когда южное звучание, в частности Атланта, стало законодателем трендов в музыке, такие люди как Blue возвращают былую мощь западному побережью. Ну и конечно же открывают новые горизонты в жанре, показывают, что если есть свой стиль и харизма, аудитория будет твоей. Ну а что думаете лично вы про читку мимо бита? Это круто и разнообразие для жанра, либо же это плевок на истоки и традиции? Напишите свое мнение в комментариях. Ну и на этом все, если вам понравилось видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, любите рэп и всем удачи!